Привет! Возможно, вы, как и я, работаете в кино или на телевидении, ну или создаете видео для интернета, и вам тоже интересно узнать, что нас ждет в ближайшем будущем. Тогда у меня для вас отличная новость. Будущее уже наступило. Да, именно так. Многое из того, о чем мы мечтали в начале года, уже стало реальностью благодаря использованию нейросетей в кинопроизводстве. Уже сейчас мы снимаем кино без привлечения гримеров, потому что цифровой грим делается на постпродакшн и выглядит даже лучше традиционного. В наших последних фильмах один и тот же актер озвучивал 5-10 персонажей, и мы с помощью искусственного интеллекта меняли ему голос на тот, который нам нужен, при этом сохраняя все эмоции и интонации. При помощи генеративных сетей мы заменяем интерьеры и элементы реквизита, не арендуя и не покупая сами предметы. При этом они органично вживляются в сцену, и с ними можно даже взаимодействовать. Мы отказались от дорогих услуг колориста и сейчас просто показываем нейросети пример фильма и говорим: сделай нам так же. А еще можно менять декорации, локации, одежду, лица героев. Да что там лица? Можно самих актеров заменить на любых существ без применения 3D-графики, композинга и сложного рендера. А еще можно переводить видео на любые языки без дубляжа и липсинга. Има. 外国映画の翻訳と吹き替えに関わる人たちは私を踏むだろう。それは今非常に簡単で肌くほぼ無料で行われているからだ. Кстати, это было на чистом японском, и да, я не знаю ни одного слова на японском. Меня зовут Саид Нигматуллин, и это только несколько примеров того, что мы уже делаем в кинопроизводстве. Приходи на Vid Stadium в Екатеринбурге на мой мастер-класс по нейросетям, где я расскажу о более 50 инструментах искусственного интеллекта для видеопроизводства и их практическом применении в кино. Ну, Екатеринбург, встречай, лечу к вам!